Ирина Влах официально вступила в должность Башкана Гагаузии. На инаугурацию впервые были приглашены все главные лица страны. Президент Игорь Дадон, премьер-министр Майя Санду, спикер парламента Зинаида Гречаны, а также депутаты парламента и члены кабинета министров Молдовы. В начале мероприятия специальное заседание Народного собрания Гагаузии приняло присягу Башкана автономии. В повестке дня один вопрос. Принятие присяги главой Башканом Гагаузии Влах Ириной Федоровной. Предлагаю депутатам проголосовать и утвердить повестку дня. Кто за? Единогласно. Спасибо. Председатель Центральной избирательной комиссии Гагаузии Иван Комур в продолжении инаугурации огласил итоги выборов, которые прошли 30 июня. Он заявил, что выборы прошли открыто и свободно. А председатель административной коллегии апелляционной палаты Камратов Дмитрий Фуженко отметил, что мандат новоизбранной главы Гагаузии был признан действительным. При подведении итога выборов было установлено, что в голосовании 30 июня 2019 года приняло участие 55 380 избирателей, что составило 50,43% от числа избирателей, включенных в списки. При этом число избирателей, внесенных в основные списки избирателей, составляло 106 306. Руководствуясь статьями 68, 69, 108 Избирательного кодекса Гагаузии, коллегия административного суда апелляционной палаты решила: заявление председателя Центральной избирательной комиссии Гагаузии Кумура о подтверждении законности и результата выборов главы Башкана автономного территориального образования Гагаузия, Гагаузири, от 30 июня 2019 года и признание действительным мандата избранного главы Гагаузии Влах Ирины Федоровны удовлетворить. После оглашения результатов выборов новоизбранная глава автономии произнесла присягу на гагаузском языке. Затем прозвучал гагаузский гимн. Имени Дерым. Гагауз Иринин халкына изметитме, инсан хем ватандаш, хакларыны хем сербестлерины, Молдова республиканын конституциясыны, гагауз ери темель каноннану, хем башка ерли каноннары, сайма хем корума, намузлан бана верелян, гагауз ери сорумлук, Юкину Ташима. В присутствии жителей автономии, официальных лиц Молдовы и гостей, в своем выступлении новоизбранная Башкан Ирина Влах обещала быть Башканом для всех, защищать права и свободу каждого жителя автономии и выполнить свои предвыборные обещания. Народ нас выбирает, и народ имеет полное право спрашивать и контролировать нашу работу. Мы с вами должны служить народу. Мы обязательно построим с вами аэропорт в Чидерлунге и электростанцию в Улканештах, как бы к этому ни относились скептики. И запуск этих объектов сразу даст огромный импульс для экономического развития нашего региона. В энергетическом секторе мы освоим собственный потенциал производства и распределения энергии. Экономика знаний, экономика совместного потребления – вот основа системных преобразований в автономии на следующие 4 года. Впервые в Гагаузию приехала премьер-министр Майя Санду, выступление которой слушали с особым интересом. Она отметила, что основной целью руководящих органов станет построение государственных структур, которые будут работать в интересах людей. Прошло много лет, а полномочия автономии до сих пор не были определены и до сих пор являются предметом споров и разногласий. Мы хотим, чтобы автономия гармонично развивалась в составе целостной и неделимой Молдовы в рамках Конституции Молдовы на благо нашей общей страны.
Я хотела бы работать с вами вместе над серьезной программой развития гагаузского языка и культуры. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаны и президент Игорь Дадон отметили, что несмотря на различные политические взгляды, правительство Молдовы готово совместно работать во благо людей и поддержит в дальнейшем все проекты, которые будут реализовываться в Гагаузии. Несмотря на разные взгляды политические, готовы работать едино, работать во благо людей, во благо народа. Я думаю, что это очень правильно. И поддержка будет и для региона Гагаузия со стороны парламента, конечно. Мы готовы проголосовать за те проекты законов, которые должны проголосовать. Это обговаривали. В парламенте есть такое понимание. И не только эти проекты. Все хорошие начинания, которые во благо людей, должны быть поддержаны. Поэтому успехов! Я очень рад, что Гагаузия, народ Гагаузии поддержал Ирину Федоровну. Я уверен, что все те хорошие начинания будут продолжены. А мы... И президент страны, и спикер, я уверен, и премьер-министр, будем вас поддерживать. Сразу после церемонии инаугурации начался праздничный концерт. В культурной программе приняли участие известные молдавские и гагаузские исполнители. Жители со всего юга Гагаузии с особым трепетом ждали появления на сцене народной артистки Советского Союза и Молдовы Софии Ротару, ради которой собрались на площади города Комрад более 10 тысяч жителей. Инаугурация Башкана Гагаузии завершилась долгим праздничным салютом, который удивил своим масштабом и красотой. Шикарная сцена, дорогой салют, звезда советской молдавской эстрады София Ротару и, как отметила глава Ирина Влах, ни одного потраченного лея из бюджета автономии.